начальник поезда. Да. Начальник поезда. Вы можете вы мне... Кто начальник поезда? Да. Вы начальник поезда, круто. Мне тоже, конечно, нельзя. Я сейчас одного убьют. Не убьют. Давай, смотри, ну все, объясни потом. Да нет, да, подожди. Какие красивые женщины у нас в поездах работают, Геннадий, вообще. Просто супер. Так, следующий. Я жена присмотрю. Нет, я знаю, ну. Можно фотографироваться. Давайте, поехали, давайте еще раз. Черножик, давай. Да сейчас есть фильтр всякий, можно сделать красиво. Ладно, спасибо. Следующий, давайте. Так, Оля. Мы же периферии, там же редко подают эти. Да мы сами под москвичи, что мы же не какие-то там чего-то. Мы же не москвичи. Мы под москвичи, простые люди. Дернулась. Нормально, у меня Алексей. Она же начальник поезда. Спасибо огромное. А поезда? Я думала, начальник поезда обязательно мужчина должен. Я даже не знал, что... Мужчина такой, да. Ну да, взрослый какой-то, серьезный. Девушка начальника поезда. У нас вообще девчоночка малышка. Да. Красоточка. Уважаемая. Это очень важно, авторитет работы, да, это нужно.